Взрыв произошел около здания окружного суда в 8:30 утра, когда господин судья только прибыл на заседание. В 9 его уже доставили к нам. Каково состояние господина судьи? Незначительное повреждение конечностей. Чего же это он без сознания? Господин судья был несколько напуган. Он все время кричал, мы вынуждены были дать ему морфию. Я попрошу вас об этом в отчете умолчать. Разумеется, господин полицмейстер. Что с другими пострадавшими? 5 мертвы, в том числе бомбист. Что касается раненых, в госпиталь вызваны лучшие доктора со всего города. Все мертвые опознаны? Да. Что это такое? Зачем? Немедленно вон! Брюшная рана, ранение в голову. Срочная операция. Вы вообще понимаете, кто здесь лежит? Кто бы там ни лежал, ему все равно, он под морфием, а этому нужна помощь и срочная. Там полный свет. Что вы стоите? Все остальные вон, вон все! Прошу прощения. Такая канитель. Скальпель. Быстрее зажимайте, Фогель. Рану прочистите. Профессор, я вас поздравляю. Вы поссорились с новым полицмейстером. Фогель, я хороший врач. Лучший. Так что нам не о чем беспокоиться. Что там? О, боги. Так, и что здесь происходит? Распоряжение господина полицмейстера. Нам нужно узнать, кто он. Если вы еще раз его тряхнете, можете назвать хоть Йориком. Трупу уже будет все равно. У этого человека, вероятно, есть родственники. И они интересуются его судьбой. Не обязательно убивать пациента, чтобы узнать, кто он. Осмотрим тело. Начнем с малого. Перевернутый крест и ключ. Вероятно, его зовут Петр. В честь апостола Петра, наделенным ключами от рая. Судя по грязной одежде и следам на его руке, я думаю, что он занимается физическим трудом. На корпусе слева большой шрам. Я не знаю, что за коновал его зашивал. Также на одежде белесые полоски. Скорее всего, соль. Он может быть портовым рабочим, либо рыбаком. Скажите, господин полицмейстер, а вы никогда не ловили пиявок? Не имел удовольствия. А я вам расскажу. Вам нужны сапоги и длинная палка. Вы заходите в воду и бьете палкой по воде. Пиявки реагируют на колебания, им же любопытно, что же там происходит. Они сами к вам подплывают. Вам лишь сачком нужно их выловить. Я было решил, что наш пациент лечится герудотерапией. Но хаотичное расположение этих укусов подсказывает мне, что он их ловил. Браво, профессор. Отличное представление. Пригласите фотографа. Пусть газетчики опубликуют его снимок. Может, кто-нибудь сможет его опознать? Что вы намерены делать? Прогуляться, Фогель, съесть пару бифштексов. Как же пациент? Газеты могут не успеть. А если у него есть семья, у них совершенно мало времени, чтобы попрощаться с ним, профессор. Значит, он уйдет по-английски. Это дело полиции. Аркадий Гаврилович. О, ну, конечно, она всегда на передовой. Чем помочь? Вы же знаете, Мария, ради вас я готов на все. На все? Тогда проведите меня внутрь. Нет. Нет, а почему? Потому что вы совершенно не скучали по мне и наверняка захотите пообщаться с пациентами, а я, как врач, должен защищать их, да и себя от назойливого внимания прессы. Тогда скажите хотя бы, каково состояние судьи? Говорят, что он до смерти перепугался. Врачебные тайны слышали об этом? Слыхала. Профессор, он приказал сжечь дома бедняков, потому что они портили вид с залива, пока он путешествовал на своей яхте. Погибли люди. Судья ранен, ему нужна помощь. Так он ранен? И серьезно? Так, все, больше ни одного слова. Но он убийца. Как и тот, кто на него покушался. Черт. Господа. Господа, дамы, сегодня в 8:30 совершен чудовищный по своей жестокости акт насилия. Это кто? Эти трусливые крысы. Тайный советник, князь Румянцев.
Полицмейстер смотрит на него, как на божественное откровение. Ну, конечно. После того, как убили Столыпина, место министра внутренних дел свободно, а для засидевшегося секретаря Хрумянцева это шанс. Ну, в таком случае вы поссорились не только с полицмейстером, но и со всем будущим министерством сразу, профессор. Именно поэтому они избрали своей жертвой человека из общества. Фогель, я же вам сказал, я хороший врач, а министр тоже болеют. Поедемте, Фогель, я очень голоден. Пожалуй, я попытаюсь найти родственников нашего пациента. На голодный желудок вы найдете только язву. Уважаемого мрачный тип. Я бы побоялся встретиться с ним наедине в темном переулке. А уж этот запах изо рта. Я обошел уже несколько аптек, и никто не знает, где он живет. Он приезжал откуда-то с северных болот. У него есть баркас. Он оставляет его у соляного причала. Кто там? Если бы вы видели этот баркас. И что я там должен был увидеть? Там были женские украшения. И я сомневаюсь, что он только грабил этих несчастных женщин. Полицмейстер дал мне четко понять, что он в моих услугах не нуждается. Так. А вы кто таков? Здрасте. Журналист? Нет, я... Вот газета. Это же про него писали. И что, вы его узнали? Нет, ну, на его баркасе нашли много вещей. Вот эта брошь в виде ласточки, она принадлежит моей жене Ольге. Свадебный подарок. Ну, я уверен, что полиция вам ее вернет. Да, дело не в броши. Моя жена уехала 2 недели назад в Петербург и пропала. Если брошь была у него, значит, он ее видел. Могу я с ним поговорить? Это вряд ли. Спокойно. Спокойно. Эй! Послушайте. Эй. Послушайте, пациент без сознания. Медицина в данном случае бессильна. Я бы не стал так неуважительно относиться к медицине, Фогель. Слабый ток может стимулировать мозг. Таким образом, можно попытаться восстановить поврежденные участки. Есть, конечно, определенный риск, но если повышать силу тока постепенно... Почему бы просто не пристрелить его? Пристрелить неинтересно. Вы видите? Он связывает мне руки.
Что мне делать? Обратиться в полицию. Я был там, написал заявление, но не похоже, чтобы они что-то делали. Вы знаете, сколько женщин каждый год пропадает в нашей столице? Десятки, а то и сотни. Выходить придется этим же способом. Справитесь? Полиции до него нет дела. А я здесь при чем? Может быть, жена его бросила и не хочет, чтобы ее искали? Ах, да, брак же священен. Какая жена покинет мужа? А, постойте. Как вы говорите, вас зовут? Ванин. Ванин. Можем вас на секунду? Ясно. А? Может быть, вот в этом все дело? 11 утра он уже принял. Профессор. Год назад у нас умер ребенок. Корь. Оленька была сама не своя. Она лежала целыми днями в детской. Я не мог быть рядом. Надо было работать. Кто-то же должен был взять себя в руки. Да, это у меня не очень получилось. Я отправил ее в Петербург. Думал, ей надо развеяться. Она пропала. Грустно. Простите, а Мария... Я вас знаю. Вряд ли. Но можем познакомиться. Дмитрий Шаганин. Святый Боже, воскресли сразу в редакцию. Вот это будет сенсация. Мария, мне нравится твой друг. Добрый день, Аркадий Гаврилович. Добрый. Работаете вместе? А Аркадий Гаврилович врач. И не только. Я хотел сказать, что я люблю копаться в местных архивах. Интересуетесь историей? Скорее историями. В данный момент меня занимают пропавшие женщины. Скажем, за последние пару лет. Вы ведь печатаете подобные объявления? А, пойдемте. Не могли бы помолчать? Ничего не понял. Что-то еще? Благодарю, нет. Поздравляю. Надеюсь, он объяснил вам, где был все это время? Дмитрию угрожали. Он скрывался для того, чтобы меня защитить. И вы в это верите? А вы, конечно, нет. Я озабочен. Просто вас теперь двое, будете везде совать свои носы, и мне как-то надо будет с этим справляться. Дмитрию предложили работу в Германии, и он хочет, чтобы я поехала с ним. А вы? Что ж, еще раз поздравляю. Пряжка. Ванина Ольга Викторовна, ласточка, была в описании. Придете меня проводить? Да-да, конечно. Непременно приду. Если будет свободное время, приду непременно. Одиннадцать женщин из тех, кому принадлежат вещи, пропали без вести. Кухарки, прачки, куртизанки, словом, те, кого будут искать в последнюю очередь. У нас в руках настоящий монстр. На протяжении нескольких лет он охотится за женщинами, и никто ничего не видит. Что-то я не понимаю уже. Это кровь, это краска. У меня племянник 3 лет, поаккуратнее будет, чем вы. Между прочим, среди пропавших есть и экономка. О! Это дело настоящей сенсации. Кое-кто ее упускает, но, возможно, скоро она об этом пожалеет. Только без тел мне никто не поверит. И как вы собираетесь их искать? Пол не просох. Не надо. Здравствуйте, господин Воскресенский. Господин Воскресенский, что вы здесь делаете? Как вы думаете, что хирург, профессор, может делать ночью в больницу, на пост?
Кто здесь? Вы сегодня ночью были в больнице? Нет, а что случилось? Вы говорили, что он в коме. Так и есть. Однако пациент исчез. Возможно, его увезли на перевязку. Вы думаете, мы это не проверили? Там сестра Кити. Она дежурила сегодня ночью. Там. Где ее нашли? В воде у соляного причала. Похоже, в этой больнице работают одни невежды. Быстро ее в морг! Выполнять! Как думаете, мы должны им рассказать? Про что? Про господина Ванина. Вряд ли у нас целая идея поговорить с пьяночником. Думаете, это он его увез? А как же медсестра? Ну, возможно, она пыталась ему помешать. Неужели вы в самом деле думаете, что пациент мог уйти сам? Конечно, нет, Фогель. Это же невозможно. Знать свою судьбу. Не свою. Чужую.
Выбери карту. Я уже выбрал. Его зовут Петр. Его баркас стоит у соляного причала. Я думаю, что он завсегдатай этих мест. Выбери карту. Я заплачу еще. Зачем он приходил? О чем просил? Может быть, он что-то рассказывал? Выбери карту. Электричество для того, чтобы вернуть его к жизни. Так вот, той ночью я был в госпитале, и я это сделал. То есть вначале мне показалось, что ничего не вышло, но я ошибся, Фогель. Вы хотите сказать, что вы воскресили монстра, который убил женщин? Я знаю, что вы были против. Но сейчас речь идет не об этом. Фогель, мы должны его найти. И показать всемирному научному сообществу. Научному сообществу? Да, Фогель. Это то, что вас интересует? Да, Фогель, да. Так, а что с вашими зрачками? Что с ними? Они расширены. Вы что-то принимали? Таблетки от кашля. Одна медицинская компания предложила попробовать. Это абсолютно безопасно. Рекомендуют даже детям. Фогель, мы должны его найти. Ясно. Вам нужно поспать, Аркадий Гаврилович. Надо, надо. Я его видел. Это была такая же реальность, как наш с вами разговор. Аркадий Гаврилович. Да. Надо поспать. Фогель! Мы его должны найти. Завтра непременно, а сейчас спать. Спать. Хорошо. Хорошо. Я здесь у вас вздремну. Она была здесь. И у нее было ранение в живот. Да, Фогель. Я видел это своими глазами. В утренней газете не было сообщения об убийстве. И здесь нет следов. Еще никому не удавалось вернуть человека с того света. Профессор, я понимаю, вы очень хотели верить в то, что совершили невозможное. Фогель, это не было галлюцинацией. Тогда куда она делась? Послушай. Что? Прошу вас. Куда мы идем? К гадалке. Идите, идите. Идите, идите. Той ночью я видел его здесь. Профессор, ну... Хочешь узнать свою судьбу? Рука механическая, но голос, Фогель. Вчера я спрашивал у тебя, знаешь ли ты Петра? Профессор, ну что вы себе позволяете? Мадам, простите. Это не мадам, Фогель. Вы видите, у него кадык.
Я заведую этим театром уже много лет. Петр Подкидыш так и вырос в нашем театре. Помогал труппе, по хозяйству. В общем, я рассказывал. А откуда у него шрам? Упал с колосников во время представления. Вот, после этого случая я и решил, что ему не место среди нас, и отдал его в приходской приют. Он был хорошим учеником, настоятель его очень любил, прилежным был. А где сейчас может быть Петр? Я не знаю. Он же приходил вчера. Петр приходит и уходит, когда хочет. Значит, настоятель знает, где он. Настоятель умер 15 лет назад. Вы читали про исчезновение женщин? Их было несколько за эти 2 года. Я не читаю газет. Будете смотреть представление? Как вы думаете, он врет? Ну, по крайней мере, знает больше, чем говорит. Фогель, а вам придется остаться здесь. И, может быть, даже на предстоящую ночь. А вдруг он снова явится? Я сменю вас завтра. Утром. Гаврилович, полиция задержала господина Ванина. Они считают, что это он выкрал пиявочник и убил ту медсестру. Нам надо было им сообщить. Что с вами? Он был здесь. Кто, Ванин? Пиявочник. Если бы не вы, Фогель, то я бы сейчас его уже посадил на цепочку и демонстрировал бы газетчикам. Но вы, как всегда, он хотел меня раскромсать. Кем он вообще себя возомнил? Апостолом, который направо и налево. Можно сказать, что я его создал заново. Я же тоже бог в каком-то смысле. Мечом разил Павел, не Петр. Какая разница? Я его упустил. Я видел его через зеркало. А с какой стороны у Петра шрам? С левой? Именно. Я не бог. Я просто идиот, Фогель. Нам надо идти. Открывайте! Чего колотите? Открывайте! Ну? Иду, иду! Открывайте! Ну? Батюшки Свет! Бросьте! Я знаю ваши фокусы! А.
Я вызову полицию! Не вызовите. Сиамские близнецы, насмешка Господа Бога. Петр с ключами от рая, Павел разящий мечом. Эти сюжеты они разыгрывали в вашем театре? Мальчики пользовались неслыханной популярностью. Они по жизни были ангел и демон. Павел ненавидел весь мир. А Петр смиренно нес свой крест и увещевал брата принять их участь как испытание. Павла раздражала кротость брата, и он все время его искушал. Богохульство, сквернословие, воровство. Однажды взял тесак и отсек от себя брата. Или от брата себя. Они чуть не погибли, стекали кровью. Хорошо, что это случилось во время представления, и среди зрителей оказался врач, он их и спас. После этого каждый из братьев мог идти своей дорогой, а нет. Связь оказалась не только физической. Их тянуло друг к другу. Они не могли жить врозь. Из больницы. Где он? Павел принес его сюда и попросил меня, чтобы я присмотрел за ним, пока все уляжется. Это молочник. Я сейчас. А ведь я было почти поверил, что сделал это. Нехорошо, что так вышло. Иначе в последних убийствах была бы и ваша вина. А где он? Сбежал. Не было никакого молочника. Вот он, ваш потеряшка. Решил погулять. Где вы его нашли? Там, где нашел, его уже нет. Отпустите господина Ванина, он не имеет никакого отношения к его исчезновению. И что мы здесь делаем? Ищем, Фогель. Ищем. Вы говорили, что на баркасе была собака. Как вы думаете, куда она убежала? Я не знаю. Конечно же, искать своего хозяина. А что с ним произошло? Его ранило. Угу. В здании суда. Угу. Она? Похоже, что да. Почему я? Вы же меня во все это втянули. Вперед, Фогель! Она меня укусила! Вперед за ней, Фогель! Профессор. На болото, Фогель. На болото. Именно там водятся самые жирные пиявки. Профессор.
Кажется, она что-то почуяла. Баркас дальше не пойдет, там слишком мелко. Пересаживаемся на лодку. Фогель, грести умеете? Как я не умею плавать? Здесь не глубоко. Вам легко говорить, а у меня это единственные ботинки. Ну так снимите их. Профессор! Меня кто-то схватил за ногу. Вот опять. Это пиявки. Фогель, вы так любите пострадать, вам надо было становиться актрисой. Быстрее. Профессор. Аркадий Гаврилович! Неплохой вид из окна. Твой брат при смерти. Я могу попытаться договориться о разрешении тебе побыть с ним, если ты мне, конечно же, все расскажешь. Мой брат всегда был впечатлительный. На цепи ему нимфа, зажги свечи. И он уже верит, что это не бумажная декорация, а врата. Он верил, что наше уродство есть ключ к вратам рая. Что это особое испытание. Я хотел доказать ему, что никакого высшего умысла в нашем уродстве нет. Праведники умирают в нищете, а грешники грешат и живут. Я резал эти создания Божие и притаскивал сюда ему женщину. То есть ты это делал для того, чтобы доказать брату, что Бога нет? Он ждал Бога. Он ждал молнию с неба. Он даже установил на Баркас громоотвод, чтобы отвести его гнев от меня. Профессор! Профессор! Аркадий Гаврилович! Кто-нибудь! Ау!
профессор! Аркадий Гаврилович! А, знаешь, ежели Бог все же есть, то он большой весельчак. Забрать у тебя брата в качестве доказательства своего существования было бы хорошей шуткой. Ты бы сам оценил, если бы у тебя было чувство юмора. Тихо! Спокойно, спокойно! Скажи, где тело? А где тело? Если мой брат, все же прав. Там и так скоро увидимся. Фогель! Помогите! Много огней, они привели меня сюда. Да, да. Это не плод моего воображения. Что? Что это? Газ, мой друг. Он образуется в результате разложения органических соединений. То есть? То есть это может быть местом захоронений. Так что полезайте обратно, ищите. Стойте. Шляпка. Да, Фогель. А я был прав. Черт. Ваш профессор прав. Все было совсем не так. Когда заболела наша дочь, я уже пил. Ольга была совсем одна. Я просто отключился, исчез. Когда дочка умерла, меня даже не могли найти. Потом уже нашли, после похорон. Ну, если он ее не похищал, то, выходит, она просто сбежала от меня. Господин Ванин! Прошу на опознание. Вы заняты? Что-то медицинское? Скорее кулинарное. Улитки в пиве. Улитки пьют пиво, я ем улиток, нам хорошо вместе. Присоединитесь. Вряд ли. Я была в полиции, все только и говорят обо всех этих ужасах на болотах. Между прочим, Румянцев присвоил все ваши заслуги себе, представляете? Пусть. Я не тщеславен. Не тщеславен. Между прочим, я могла бы написать правду. А разве вы не уезжаете? Уезжаю. Завтра. Но у меня еще есть время. А как же мы без ваших разоблачений?
Кто будет тыкать нас в правду? Кто знает, вдруг я окажусь где-нибудь на собрании монархистов, поющих «Боже, царя храни». Только ради этого стоило бы остаться. Ну что, придете проводить? Как я и говорил, если дела позволят. Прошу прощения, Аркадий Гаврилович. Я только что был на опознании. Среди жертв нет жены Ванина. Бродяга и так мертвец, так позвольте Ванину получить хоть какую-то сатисфакцию. Вы в своем уме, Аркадий Гаврилович? Можете называть меня Жанет, и я покажу вам все, что пожелаете. Но прикосновения оплачиваются отдельно. Если вы захотите, вы можете оставить чаевые. С чего вы хотите начать? Может быть, вот это? Вы ведь Ольга. А как вы меня нашли? Вчера была годовщина смерти вашей дочери. И я подумал, что если вы живы, вы не пропустите этого и придете к ней на могилу. Там я вас и увидел. Я прошу прощения, что напоминаю о вашем горе, но ваш муж... Я знаю. Я читаю в газетах. Он думает, что вы мертвы. Пусть так и будет. Я понимаю, почему вы от него уехали, но все же, если вы дадите ему шанс, он мог бы что-то исправить. Похоже, вы очень хороший человек, господин Фогель. Но иногда что-то ломается. И это ломается навсегда. Я могу вас проводить? Благодарю. И все же я не понимаю, почему братья с Баркаса вас не тронули? На Баркасе обнаружили вашу брошь. Возможно, из-за собаки. Я попросила, чтобы меня перевезли на другой берег. И вот когда мы причалили, кажется, у него что-то с лапой, из-за носа. Сейчас еще немножко. Потерпи. Подержите его лапу. Держите. Сейчас. Потерпи немножечко. Вот. Все, молодец. К сожалению, у меня нет денег. Могу я вам дать эту брошь? Отплывал, я увидела там еще одного человека. На баркасе было двое.
Мария? Позволь. Я буду в вагоне. Здравствуйте. Проходите. Только не думайте, что я осталась за вас. Конечно, нет. Помочь с багажом? Нет. Тяжелый? Нет. Надолго, видать, собирались. До завтра! Молодец! Все. Что это такое? Ребята, берите лошадь от гримерки. Ну, давай, давай, давай! Я не знал. Я не хотел, я не знал. Умоляю, отпустите. Я сделаю все, что вы захотите. Таня больна. У нее чахотка. И мне нужна твоя помощь. Сделаю все, что вы изволите. Вот дом, видишь? Тут она выросла. Ее отец был вынужден продать его за долги. Таня всегда мечтала, что однажды мы его выкупим и будем в нем жить. Дом выставлен на торги. Я не могу упустить этот шанс. Что надо делать? Достать денег. Фогель, почему вы опаздываете? В банке напутали что-то с моим счетом, пришлось ехать разбираться. А кто сегодня работал за кассой? Варвара такая худенькая. Вы с ней встречаетесь, Фогель? Да вы что, Аркадий Гаврилович?
Как дела в суде? О, господин полицмейстер злобствует, господин Ванин ничего не отрицает, наоборот, требует, чтобы его поскорее повесили. Ну, его же не повесить. Ну, кто знает, с его-то настойчивостью. Когда пришло это письмо? Сегодня, только что. Однако одно отправлено вчера после полудня. Мальчик-курьер ногу сломал. Письма были доставлены с опозданием его младшим братом. Фогель, нам надо идти. Это от Марии, я с вчерашнего дня не могу ей дозвониться. Доходный дом Власова. Это здесь. Что с ними? Не знаю. Нам сюда. Добрый день. Водку моему другу. Не, я не... Промойте рану, Фогель. Скажите, а вчера здесь было много народу вечером? Как обычно. А скажите, ее вы не видели? Нет. Любезнейший, вы бы лучше дома остались. Прощения просим, барин. Стойте. Стойте. А что это с вами? Покраснение глазных яблок, как у птиц. Прошу прощения, барин. Прошу прощения. Там комната наверху? Да. Вызовите инспектора. Я не всех здешних жильцов знаю. Они часто меняются. Санитария. Насекомые. Они размножаются. Ну, чего ты орешь? Муж твой где? Помер. А с этой что? Не знаю, лежит. Что с ней? Инсульт. Ноги отказали. Ты прибери тут. И детей вон вымой. Увижу, что попрошайничают, увезу в приют. Батюшка! Да ну... Пожалей сиротинушек! Еще одна дверь. Чувствуете запах? Есть кто? Газом пахнет. Господа. Мария. Господи, это певички Нинель из местного кабака. На кухне был открыт газовый винтик. Вот и причина странного поведения птиц. Они тоже отравились газом. Как же полотер? Инфлюенция. Боюсь, что газ тут ни при чем. Ее кто-то ударил сзади по голове. Я за полицией. Всю
сюда, господин полицмейстер. О, боги, только не он. Какого черта вы здесь делаете? Мы с господином профессором искали причину заражения птиц. Это газ. Отравление газом? Гортань покраснела, она отравилась. Но перед этим ее ударили по голове. Боюсь, это убийство. Прошу посторонних покинуть место преступления. Прошу прощения. Женщина в мансарде держала этот клочок в руке. Вы взяли это с места преступления? Фотографию забрала убийца. Я думаю, что на ней было что-то изображено, что могло его выдать. Труп женщины в мансарде, исчезновение Марии. Все это как-то связано. Но как? Что это? Ну, это принесли перед вашим приходом. Господин Воскресенский, имею честь пригласить вас. Ого, закрытый клуб. От кого это? Понятия не имею, Фогель. Нам надо идти. Что такое? Господин профессор, поймите меня правильно. Я переживаю за судьбу мадемуазель Марии не меньше вашего. Однако, если у нас сегодня не будет пациентов, у меня встреча по поводу моего банковского счета. Извольте. Благодарю. Пропавшая Ольга Ванина. Добрый день, профессор. Нашли что-нибудь? Нет. А вы? Это от Марии. Похоже, Мария не особо полагалась на каждого из нас. И решила подстраховаться. Но здесь нет ничего, что помогло бы узнать тайну ее исчезновения. Раз вы здесь ничего не нашли, то прошу вас. Ну что вы. После вас. Но если появятся новости... Я тут же дам знать. Фогель, открывайте, это я. Фогель, открывайте, это я. Вы знаете, который сейчас час? Нам надо скорее вернуться в квартиру жертвы. Вы не нашли Марию? Нет, но, кажется, я знаю, в чем дело. Ванин, точнее, его жена. И что? А что, если она жива, и Мария могла ее найти? И что? И что, не знаю! Ольге это могло не понравиться. Госпожа Ванин не имеет никакого отношения к исчезновению Марии.
Почему такая уверенность? И какого черта вы держите дверь? Госпожа Ванина? Видел ее? Журналистка. Да кто она вообще такая-то? Все ее ищут. Так ты ее видел? Я замечаю только тех, кто платит. Пить будете, господа, что ли? Странный тип. Они с Нинель разговаривали. Была напугана. Я ей сказал обратиться в полицию. Она сказала, если так сделает, то он ее убьет. Как он выглядел? В дорожном костюме. Дорожный костюм. Он приезжий. У него была лошадь. Так. Итак, Ольга. Так и думал, что вы просто так этого не оставите. Давайте, смейтесь. Встречаться с замужней женщиной. Мужик, который собирается вздернуть, что уж тут смешного. Давайте. Вы уверены, что это необходимо? Это не просто взлом квартиры. Это взлом квартиры, опечатанный полицией. Если нас поймают... Поверьте мне, она не будет долго горевать. Это не в ее привычках. Вы обратили внимание на ее руки? Да, она была в перчатках. И как вы думаете, почему? Экзема. Люди мало знают об этой болезни. Многих пугают язвы. Экзема. Не проклятие. Встреча по четвергам во флигеле при церкви Святого Луки. Может быть, она не хотела быть изгоем? Странно. У нее много платьев. Она ведь пела на публике. А перчаток всего лишь одна пара. Почему это так важно? Так это платье с фотографии. Навеки. Фогель, завтра четверг. Я отвлеку внимание, а вы займетесь поиском. Дамы, сегодня у нас непростое собрание. К нам пожаловал известный в Петербурге доктор, профессор Воскресенский. Помимо частной практики у себя на дому, он оперирует в разных городских клиниках. Европейские коллеги с восторгом отзываются о профессоре Воскресенском. Он расскажет нам о новейших средствах лечения экземы. Благодарю вас. Собственно, мне нечем вас обрадовать. В медицине до сих пор неизвестны причины этого кожного заболевания. А потому все эти кремы, присыпки и отвары, чистой воды шарлатанство и зарабатывание денег нечистых на руку аптекарей. Я понимаю, что вы хотели услышать в моих словах, ожидали услышать в моих словах надежду. Но я врач, я
человек науки. Я не могу превращать воду в вино. Профессор, вспомните, где вы находитесь. Раз вы здесь, значит, Нинель уже нашли. Мария, с вами все в порядке? Я познакомилась с ней год назад. Вас не было двое суток. Тогда газеты публиковали разоблачение деятельности подпольных домов терпимости. Нинель мне очень помогла с информацией и, вероятно, поэтому сама обратилась за помощью, когда у нее возникли проблемы. Вы написали мне и Платову. Убийство Нинель потрясло меня. Мне нужна была помощь, но вы оба не очень-то поспешили. Письмо пришло только утром. Мальчишка-почтальон сломал ногу. Вот как? Вы знаете, почему Нинель убили? Нет, но я видела убийцу. А он вас? Не знаю. В тот вечер я пришла к Нинель. Мы разговаривали. Вдруг в дверь постучали. Я спряталась. Через минуту раздался крик. Я выглянула. Она лежала на полу. Убийца ушел. Я подождала несколько минут и убежала. Но перед тем, как Нинель была убита, она мне рассказала, что все дело в этих собраниях. Она здесь с кем-то встречалась. Мне пришлось скрываться. Я боялась преследования. Прошу. С ней? Откуда у вас эта фотография? Подобный убийца забрал из рук Нинель. Это была я. И я нашла эту женщину. Но она никогда не бывала на этих собраниях. Аркадий Гаврилович, честно, я уже ничего не понимаю, что происходит. Но Нинель держала эту фотографию не просто так, а это подсказка. И мы можем поехать к этой женщине прямо сейчас. Прямо сейчас мы пойдем в полицию. Они займутся своей работой. А вас я отвезу домой. Ни за что. Это мое дело. Ваше? Нинель убили. Убийца мог вас видеть. Вы, конечно, выглядите как ангел. Но вы не бессмертный, Мария. Ясно. Тогда я поеду одна. Вступите мне экипаж. Признайтесь, вам интересно. Нисколько. Просто в следующий раз, получив еще одно вчерашнее письмо, я могу и опоздать. Прошу вас только недолго. Госпожа Юдина, профессор Воскресенский, моя жена. Вы не уделите нам 5 минут? Отчего бы нет. Здесь не радуют развлечениями. Аркадий Гаврилович, это он. Это мой муж. А это дом моего отца. Место, где я была счастлива. Мои родители считали его неподходящей партией. Но когда мой отец разорился и заложил наш дом, то под дверью уже не выстраивалась очередь из женихов. Поэтому, когда Миша попросил мои руки, мне отец спросил, нравится ли он мне. И вы знаете, он мне нравился. В нем была сила, необузданная всеми этими манерами, условностями. А когда я переехала к нему домой после свадьбы, то он стал настоящим животным, защищающим свой прайд. Стал запирать меня дома, неделями не выпускал на улицу. А когда дела в его лавке пошли совсем плохо, я сбежала от него и пряталась у Нинель. Вы знаете, где ваш муж сейчас? Нет. После того, как земельный банк закрыл его лавку, а дом моего отца выставил на торги, Миша исчез. Позвольте, я осмотрю ее. Почему она здесь, среди бродяжек?
Ее муж исправно платил за отдельную палату, но в последнее время деньги не поступали. Говорят, банк забрал его лавку за долги. Мы были вынуждены перевести ее сюда. Ей осталось немного. Сколько нужно внести за отдельную палату? Мария, ей уже не помочь. Сколько? Что с этими собраниями не так? Ради чего Нинель обжигала себе руки? Ну, увы, я не нашел ничего интересного. Надо выяснить, кто эти женщины. Знаю одну, Варвара. Она работает операционисткой в банке. Я вам говорил, у меня были проблемы со счетом. Я думал, вы придумали это, чтобы скрыть свое свидание. Я никогда ничего не придумываю. В каком банке она работает? Первоземельное отделение на Морской. Это тот же банк, который забрал лавку у Юдина, а прежде дом у его жены. Если денег нет, но жену надо лечить, что делать? Касса номер 7, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. А я вас помню. Ваше выступление сегодня. Давайте не будем вспоминать про мою фиаско. Я хотел бы поговорить с управляющим. Он у себя? Одну минуту. Господин управляющий, вас ждет профессор. Спасибо. Слушаю вас. Господин? Воскресенский. Воскресенский. Наверное, то, что я сейчас скажу, покажется вам странным, но думаю, что ваш банк хотят ограбить в ближайшем будущем. Так, 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 так. И кто замышляет сие? Не могу точно пока сказать. Предполагаю, что в вашем банке работает человек, который сотрудничает с грабителями. То есть их несколько? Я имею в виду грабителей. Это лишь мое предположение. Не очень представляю, как банк можно ограбить в одиночку. Ну да. А вы посмотрите в окно, господин... Воскресенский. Воскресенский. Неужели вы полагаете, что найдется сумасшедший, который решится ограбить банк на глазах у полиции? К тому же наш банк оборудован новейшими немецкими сейфами. Смотрите, современные кодовые замки. 3-миллиметровая сталь. Усиленная рама. И, кстати, если вы именно сейчас подумываете, куда бы положить ваши сбережения, уверяю вас, наше отделение – одно из самых надежных. Должен быть господин Юдин. Ты кто такой? Профессор Воскресенский. К вашим услугам. Что вам понадобилось в банке? Купить чулки. Хотя нет, в банке же хранят деньги. Мы платим за эту комнату. Почему бы мне не поиграть? Но полиция прямо под нами! Ну и что? Нас пока не за что хватать. Что-то давно. Нинель не видно.
Ты ее убил? Певичка она была так себе. Нам надо поспать. Этой ночью все закончится. Ты это ищешь? Иди спать. Скоро с нами свяжется наш человек. Я не пойду с тобой. Весь день я пытался вспомнить твою жену. Видимо, она была из тех, что отчаялись найти счастье в браке и бросались ко мне в объять, чтобы не мог забыть. Ты все равно пристрелишь мне, как Нинель, когда я стану тебе не нужен. Нинель нас чуть не сдала. Она притворялась подругой моей жены, а сама занималась сводничеством. Теперь собиралась сдать нас газетчикам. Не дури. Это легкие деньги, нужно их просто забрать. И сможешь снова поясничать в своем шапито. А можешь купить его и устроить в нем бордель. Ты дашь мне деньги? Мне нужен только дом. Остальное твое. Это он. Доброй ночи, Дмитрий Степанович. Это кто? Полицейский. Это наш главный план. План А. Они догадались! Тогда используем план Б. План Б? Что это такое? Пошла! Так что такое план Б? План Б? Будем брать штурмом. В игру вступают клоуны. А говорили, перевозка будет тайной. Кажется, это не полиция. Мы не можем останавливаться. Черт, что им нужно. Не останавливайся! Едь быстрее! Пошла! Гони! Гони!
Успокойся! Что происходит? Мы остановились на железнодорожных путях. А ну, давай! Подними, положи. Отличное немецкое качество. Банкир был прав. Как вы оказались в сейфе? Ловил грабителей, выполняя вашу работу. Ну, как видите, это они меня поймали. И сколько их было? Двое. Но в банке есть сообщник. Грабитель знал код от сейфа. Господин управляющий сказал, что накануне вы говорили о возможном ограблении. Откуда вы узнали? Я скажу вам, что я слышу голоса ангелов, но вы ведь все равно мне не поверите. Ладно, есть одна особа. Она работает операционисткой в банке. Думаю, что это она помогала грабителям. Решение о вывозе денег из банка было принято за полчаса. Об этом знал Овчинников, директор банка, охранники и старший операционист. Тогда я заинтригован не меньше вашего. Вам придется проследовать за нами. Прошу. Я думал, вас уже не отпустят. Поэтому принесли мне одеяло. Очень мило с вашей стороны. Идея вашей подружки? Почему вас так раздражает, что я счастлив? Раздражает? Да ну что вы, наоборот. Повсюду любовь. И это прекрасно. Вы уже назначили дату свадьбы? А, я забыл. Спросите, она же замужем. Хотя это пустяковое недоразумение скоро может исчезнуть. Подождите, стойте. А если вдруг его не повесят? Ну да бог с ним. Будем так жить. Мы же свободные люди. С каких пор вас волнует моральная сторона вопроса? Вас самих бы это нисколько не смутило, Аркадий Гаврилович. Меня нет. Но вы не я.
Спорим, до конца недели вы сами с ней расстанетесь. Моя ставка 2 копейки. Закрыты. Господин Воскресенский, пришли позлорадствовать. Извините. Да. Да, это банк, и нет, я не знаю, когда начнут выдавать вклады. И так целый день моей карьере конец. Да что там конец? Речь идет о репутации банка, о всех его отделениях. Дочки предпочитают забирать свои деньги. Банк того и дело попросит заем у государства. Большая сумма перевозилась? Достаточно большая. Деньги предназначались на зарплату общества лесорубов. Я должен был вас услышать. А теперь я наказан за свою самонадеянность. Эй! Там что, заняться нечем? Пройдемте. Я был уверен, что Варвара была тем самым человеком в банке, который помогал ограбителям. Именно с ней встречалась Нинель на собраниях по приказу Юдина. Но полицмейстер убедил меня, что о перевозке знало ограниченное число людей. И Варвара-операционист не могла об этом никак знать. Но вот Варвара-любовница управляющего вполне. Большой риск он мог бы не сказать ей. Я тоже об этом подумал и предположил, что управляющий мог сам помогать грабителям. Это вполне логично. Грабители знали о перевозке, время, маршрут, код сейфа. Варвара была лишь связной между Юдиным и банкиром. А если грабители передумали делиться? В таком случае даже полиции не пожалуешься. Я бы на месте банкира вообще не положил бы деньги в сейф. Ограбление есть, денег нет. Зачем рисковать? Деньги были, я видел. Вы уверены, что вы видели именно деньги? Мешки. А что, если денег действительно не было? Грабители придут к банкиру за своей частью. Вот это мы разбогатели! Просто короли! Что бы мне такое купить, а? Может быть, новые штаны? Нет, штаны будут за твой счет! Помолчи. Нас ищет полиция! Да заткнись, я сказал! А еще ты сказал, что дело легкое. Что охранники сами все отдадут. Что-то я не видел, чтобы они отдавали. Кстати, это ты их убил. Я даже стрелять-то не умею. Если нас поймают, я так и скажу. Не надо. Пожалуйста. Я буду молчать. Ты обещал. Ну и кто меня осудит? Жена Юдина умерла. Тихо, спокойно, во сне. И так как никто из родственников не пришел за ее телом, ее похоронят здесь, на госпитальном кладбище. Фогель, держите наготове пистолет и смотрите в оба. Юдин не приехал. Отпевали в церкви? Конечно, все как полагается. Гроб был открытый? А почему вы спрашиваете? Я спрашиваю, открытый или нет? Нет, согласно последней воле усопшей. Опускайте. Стойте! Стойте! Подождите! Что вы делаете? Безумный, сын мой! Безумный!
Зря отпевали. Ясно. Да. Юдин, конечно же, не пропустил похороны жены. Вот только нас он на них забыл напал на нее и побежал в сад. Что было в сейфе? Что он взял? Деньги? Какие деньги? У него саквояж! А где деньги? У него саквояж был. Нужна карета скорой помощи. Вряд ли, это агония. Карету скорой помощи! Карету скорой помощи! Карету! Карету! Иван Дмитриевич. Директора банка арестовали. Он утверждает, что все деньги забрал Юдин. А денег у Юдина не было. Я осмотрела все вокруг.
Думаете, что это я могла взять? Вернуть их лесорубам, например. Кто знает, что за идеалистические мысли в этой голове? Увы, они пропали без моего участия. И все же. Один Гаврилович. Ах ты ж дьявол. Что-то случилось? Завтра в суде будет последнее слушание по делу вашего мужа, Ольга. И присяжные вынесут свой приговор. Каким бы он ни был... Ты говорил, что тебе все равно. Я так думал. Может быть, нам стоит сделать паузу? Пока все как-то не прояснится. Хельда, я конверт тут выбросил. Этот? Что бы я без вас делал? То же самое. Надумали сходить туда? Надо же узнать, кто меня пригласил. Какой вы любопытный. В данном случае, да. Входите, входите. Ваше сиятельство. А кого вы ожидали здесь увидеть?
профессор. Сережа проснулся. Пришлось кормить. Моих сыновей кормилица выкормила. И поди ж ты, живы и здоровы. Сергей Николаевич, прошу прощения, сударыня. Господа только что позвонили из порта. Севыч вернулся. Прошу прощения. Что тебе? Иди с Богом, тут не подают. Ваш отец сбегает уже в четвертый раз. И каждый раз стучит в один и тот же дом. Хозяйка вызвала полицию. С ним все в порядке? Да, мы доставили его обратно к нам. Но, господин профессор, учитывая его прошлое, мы вынуждены будем ужесточить режим его содержания. Я понимаю. Ваше молоко, господин Воскресенский. Снова пропал. Марфушка меня найдет, будет пороть. Марфушка его нянька. Его мозг обращает его обратно в детство. Добрый день. Профессор Воскресенский, врач. Здравствуйте. Мой отец сегодня стучал в вашу дверь. Может быть, его кто-то знал в этом доме прежде? Мои хозяева молоды. Проживают здесь не более 7 лет. А кто здесь жил ранее? Никто. Здесь была контора. Торговали пенькой. Благодарю вас. Thank you.
господин пристав. Приветствую вас, господа. Прошу прощения за беспокойство, но случай из ряда вон. Поэтому я решил себе позволить, так сказать, в знак нашей былой дружбы. К вашим услугам, господин пристав. Но вам нужно будет проехать со мной на городской причал. Мое новое место работы. Дело в том, что «Сивуч», торговое судно, позапрошлой осенью потерпело крушение у берегов Индонезии. Британский линкор получил сигналы бедствия, но, прибыв на место, судно не обнаружили. Больше ничего о нем не было слышно. Спустя 2 года морская гражданская комиссия приняла решение считать судно утонувшим, а моряков погибшими. Вдовы членов семьи экипажа получили страховые выплаты об утере кормильцев. И вот сегодня утром Сивуч вернулся в город. Лестница это. Господа. Я приказал ничего не трогать, ждать вашего приезда. Аркадий Гаврилович. Сюда. Команда. Посветите мне. Умер 5 дней назад. Чеснок и розмарин. Понял. Уходим отсюда быстро. Все, кто спускался в трюм и контактировал с телами, в госпиталь. Палата должна быть изолирована. Трюм закрыть, ничего не трогать, на корабль никого не пускать. Да что ж там такое, Аркадий Гаврилович? Черная смерть, Григорий Андреевич. Сивуч привез в Петербург чуму. Каюта капитана? Да. Что вы ищете, Аркадий Гаврилович? Бортовой журнал. Его не было. Последняя вспышка чумы, о которой я слышал, наблюдалась несколько лет назад в одной из провинций Китая. И разошлась по всем азиатским портовым городам. Переносчиками были крысы. Как вы думаете, матрос один мог справиться с управлением этого судна? Нет, конечно, что за ерунда. Для этого нужно знать навигацию, лоции. Кто-то сложил тела в трюме и привел судно в порт. Кто-то живой. Если он болен и попал в город, мы получим эпидемию. Господин пристав, там живой. Только не трогайте тело, мой друг. Мы подняли из трюма. Вот. Он выживет? Не знаю, он обезвожен и обессилен. Вы должны спасти этого матроса, Аркадий Гаврилович.
он тогда расскажет нам все. Он мертв. Дьявол. Срочно опознать все трупы. Одно из тел тайно доставить ко мне в лабораторию. Сразу же, как только мне позвонили, я... Где был... начальник караула? Там. Стой, не велен. Господин пристав! Почему нас не пускают к судну? Вон наш управляющий. Он необходим нам для опознания тел. А с кем, собственно? Каменский судовладелец, мой сын Николай. Сожалею, господин Каменский, но судно задержано до выяснения обстоятельств. Каких? Что перевозил Силыч? Куда был рейс? Это должен быть груз из Китая. В основном ткани. Уверен, все документы на груз в полном порядке. Я видел ящики на борту. Что в ящиках? А что за допрос? Николя, в ящиках? Вероятно, специи. Господа, сегодня доступ к судну ограничен. Идем, Николя. Они не имели права арестовывать груз. Полиция просто делает свою работу, Николя. В конце концов, я тоже хочу знать, что произошло. Погибли люди. Ты веришь, что полиция с этим справится? Ты чего-то боишься? Брось, отец, ты думаешь о том же. Все дело в нем. Это из-за него пропал наш корабль, я уверен. Я думаю, он вернулся отомстить. Все тела опознаны, но, как мы и думали, Аркадий Гаврилович, отсутствует один Иван Хрусталев. Проблема в том, что он тоже был матросом. И это было его первое плавание. Делаете? Уйдите, это опасно. Пожалуйста, просто уйдите. Нет, пока вы не объясните, что это. Я не могу. Ну что ж. Прекратите. Боже. Хорошо, я расскажу, только вы об этом не будете писать. Нет, конечно. Эти матросы умерли от чумы. Профессор меня убьет. Иван Хрусталев работал в конторе. Господин Каменский оплатил его учебу на бухгалтера. И вдруг разом все бросил. Я сам был удивлен его решением. А у него есть семья, родные? Был отец. Служил на судах господ Каменских помощником капитана. Был им предан, но начал пить. Вино и море – плохая парочка. Он утонул. Отец мог научить его морскому делу? Иван проводил на борту все свое детство. Он знал о море все. Если его никто не ждал, почему же он тогда вернулся назад? И как он выжил? Просыпайся. Он болен. Уходи. А не то полицию вызову.
Я хочу, чтобы вы проверили окна и двери. Все должно быть заперто. Григорий, сторожам в саду выдать ружья. Увидите чужака, кто бы он ни был, сообщить мне. Готовимся к осаде. Пойди проспись. Аглая! Чёртова ба... Шкаф запер твой отец. Зачем? Чтоб ты не пил. Ключ забрал с собой. Что, я ему мальчишка, что ли? Лиля. Пойди попроси. Твой отец со мной не разговаривает. Он терпит меня в доме только из-за внука. В этом есть доля и твоей вины. Не так ли? А что? Он уже приходил к тебе? Кто? Везучий смерть! Сивуч привез в Петербург чуму! Везучий смерть! Сивуч привез в Петербург чуму! Вот смотрите, здесь его даже нет. Кто вам рассказал? Он. Вы видите, Фогель? Она даже не попыталась вас выгородить. Научитесь давать ей отпор, если не хотите, чтобы я искал нового ассистента. А вы, если в городе начнется паника, это будет на вашей совести, мадемуазель. За мной. Не сейчас, дорогая. А я уже было решил, что ты нас так не навестишь. Ну, ваши слуги вооружены. Так-то вы встречаете гостей. Если вы достанете его, я выстрелю первым. Ты болен. Тебе нужна помощь. Она не ваша. Чего ты хочешь? Сивуч проклят. Экипаж мертв. И это несправедливо, потому что это вы должны были умереть. Ведь это вы послали нас в ад. Я привез вам послание оттуда. Теперь вы тоже прокляты. Отец, слава богу, ты жив. Это был Иван? Да. Где ты, трус? Покажись! Аглая, да? Что за шум? Вора, что ли, ищет? Фу.
Иван. Иван. Господи, ты болен. Я жив. Я должен идти. Когда я выкарабкаюсь, ты ведь уйдешь со мной. Тебя не было 2 года. Я похоронила тебя. Это была не моя вина, ты знаешь. Я не могу его оставить. Каменский. Он мой сын. Иван. Ваш отец стар. Вы могли бы уже простить его. Дело не в прощении, Хельда. Я хочу понять, зачем он это сделал. Он уже был болен. Перед тем, как устроить пожар, отец отправил меня к тетке. Не очень-то похоже на безумие. Снова будете ворошить прошлое? Это буду делать не я. Очень мило. Как они только прознали эти журналисты. Прошу прощения, сударыня, мне нужно срочно видеть Сергея Николаевича. Серж, проснись. Сергей Николаевич, оврал. Сивыч вместе с грузом хотят сжечь. Серж, проснись. Еще шаг, и я буду вынужден стрелять! Все, стой. Он на корабле. Не положено, я сказал. Почему корабль в городе? Отошли. Объясните, пожалуйста. Чума! Чума на корабле! Разойдитесь все и не подходите к нему! Откуда это у вас? Вы взяли ее на корабле? Простите, господин пристав. Да.
Выпей водички, тебе легче станет. Пульс не прослушивается, я думаю, смерть наступила. Здесь кто-нибудь что-нибудь трогал? Да, я перевернул его. Думал, может, еще можно помочь. А потом кочергу увидел, взял. Зачем? Ведь на ней могли быть отпечатки убийц вашего отца. Мы и так знаем, кто это сделал. Просто Алёха это сделал. Накануне он явился к отцу и угрожал ему. В тот раз я спугнул его, но, видимо, он вернулся и воспользовался кочергой. Как думаете, почему он хотел смерти вашего отца? Да это вообще не касается. Профессор, по какому праву вы задаете ваш вопрос? Профессор. Обе эти монеты с Сивыча. В кабинете нет следов драки. Я думаю, что Хрусталев принес эту монету вашему отцу. Как вы думаете, зачем? Я не знаю. А я вам скажу, зачем. Эти монеты отчеканены в 15 веке. Именно тогда в Мьянме, как и во всей Азии, бушевала чума. Она имела характерные признаки и выкосила треть населения страны. Эти монеты из чумного захоронения. Именно от этого умерла команда. На Сивуче я видел ящики с украшениями, старинные амфоры. Матросы были вооружены. Сначала я думал, что это для безопасности, но вкупе с монетами... Вы на что намекаете? Что Каменские занимались разграблением могил? Это бессовестная ложь! Дьявол по нашу душу. Профессор, разрешите задать вопрос? Являетесь вы родственником или другом семьи? В противном случае прошу. Прошу прощения, сударыня. Я видел вас в порту. Вам показалось. Не думаю. Я никому об этом не расскажу. Позвольте представиться. Иван Фогель, врач. А вы? Лилия. Лилия. Каменский ваш отец? Свекр. Мои соболезнования. Где он? Не знаю, о ком ты. Отпустите ее. Теперь это мой дом, и тебе придется с этим считаться. Где Иван? Я не знаю. Знаешь. Однажды ты чуть не опозорила нас. Я не дам тебе сделать это второй раз. Ты не можешь со мной так говорить. Я жена твоего брата. Мой брат пропоится. Женился на тебе только, чтобы насолить отцу. Ненавижу тебя. Ненавижу. И дай своему любовнику, что я пристрелю его, как только найду. Делать тебе больно. Ваше высокопревосходительство. Вы поймали убийц? Еще нет, но мои люди. Больной матрос и две дюжины полицейских. Что тут сложного? Я обязательно его поймаю. Каменские имеют вес. И об этом убийстве уже наверняка известно на самом верху. Я бы хотел, чтобы завтра там прочитали в газетах о том, что убийца пойман и дело передано в суд. Юрий Михайлович, это наш с вами козырь, если вы понимаете, о чем я. На следующей неделе Госсовету будет предложена кандидатура на место министра внутренних дел. Я очень надеюсь на победу. Я сделаю все возможное и невозможное, ваше высокопревосходительство.
Так и знал, что эта мерзавка знает, где ты. Это здесь вы с ней встречались? Ее мужа до этого дела не было. Ее мужу плевать на семью, а мне нет. Убьешь меня? Конечно. Ты же сопротивлялся. Я без оружия. Ты угрожал мне ножом. В этой берлоге же есть какой-нибудь нож? Отец отняли у меня любовь и 2 года моей жизни. Но прежде моя семья дала тебе шанс стать человеком. Вот так, как ты отплатил. Стоп. Опустите-ка ружье, господин Хрусталев. Взять! Увести! Будь ты проклят! Не очень-то вы спешили, нерв полицмейстер. Я пришел ровно через 5 минут, как вы и просили. Задержанному вами Хрусталеву нужен врач. Несомненно. И он уже ему предоставлен. Хрусталев не убивал Каменского. Он мог и хотел. Он вручил ему вот это. Это монета из чумного захоронения. В 15 веке эта болезнь имела очень агрессивную форму в Азии. Думаю, что Иван об этом знал. Он принес и вручил это Каменскому, потому что тот насильно отправил его в плавание из-за интрижки с женой его младшего сына. Если бы Каменский остался жив, то через 3 дня у него бы появились первые симптомы. Зачем же Хрусталеву было возвращаться и убивать его на этот раз кочергой? Вот это мы обнаружили в вещевом мешке господина Хрусталева. Он уже дал признательные показания, и я передаю дело в суд. Вот так. Хрусталев признался. Какой же я идиот, Фогель. Дважды идиот. Они его заставили. 3-жды идиот. Идемте, Фогель, нам нужно прогуляться. Как же платок? Подбросили, Фогель, не будьте занудой. Садите меня. Это не так, встаньте. Руки. Так. Понял. А как же я? Фогель, вы правы. Это опасно. Уходите. Thank you.
Я полагаю, вы потеряли ключ. Что вы здесь делаете? Я ищу убийцу. Полиция уже поймала его. Сомневаюсь, что они нашли того, кого надо. Кто же убийца, по-вашему? Вы искали ключ. От чего? Вы не подскажете? Допустим, от шкафчика с выпивкой. Отец запирал его. От вас? Послушайте, я врач, я быстро могу распознать похмелье. В то утро ваши руки тряслись не из-за смерти отца, а этот ключ вполне повод для убийства. Не проще ли было просто сломать замок? Боюсь, у пьяницы не очень хорошо с логикой. Ну, нет. Даже будучи сильно пьяным, я не преподнес бы такого подарка своему братцу. Ваш брат и отец тоже не очень хорошо ладили? Почему? Нет. Жили душа в душу. Правда, у Николя есть и свои секреты. Какие? В ваш дом пробрался вор. Мои люди помогут его найти. Разрешите? Я здесь обнаружил ром. Не хотите выпить? Спаивайте пьяницу. Вы точно врач? У нас нет времени, сюда идут полицейские. Говорите. А вообще вы правы. Правы. Значит, ямы, могил. Сиуч действительно был там. Это была идея Николя. Прочитал об этом в газетах. Потом бредил по поводу сокровищ. Отец никогда бы не пошел на это. Я слышал, как они ругались 2 года назад. У старика были принципы. Хрусталев принес монету вашему отцу. Отец мог ее опознать и понять, что все же ваш брат отправил Сивыч в Мьянму. Николя. Николя убил отца. Профессор, неожиданно. Что вы тут делаете? Ищу доказательства, что это вы убили своего отца. Арестуйте, наконец, этого наглеца. С превеликим удовольствием. Ваш отец был против экспедиции в Мьянму, но вы все же отправили туда корабль. Это вам сообщил мой пьяница-брат. Да он душу продаст ради выпивки. Нерадивый братишка забыл упомянуть, что толпа не просто так сожгла Сиуч. Там были зачинщики из портовых, которым заплатил ты. Я, может быть, и пьяница, но слышать-то я умею. Ваше судно сгорело, но оно все еще в гавани. Полиция запросит помощь водолазов, и они достанут то, что было в трюме. Наверняка вы хотели сделать то же самое позже. Николя. Это ложь. Вы хотели обмануть своего отца, и на следующее утро он назначил встречу. ДС, это нотариус, он занимается нашими семейными делами. Предлагаю разбудить его и узнать о цели визита. Ну же, господин полицейский! Взять его быстро! Это была игра ва-банк, но оказалось, что я был прав. Нотариус подтвердил, что Каменский хотел исключить старшего сына из управления компанией и лишить его наследства. Ваше желание утереть нос полицмейстеру плохо для нас закончится. Я сдаюсь. Я изучила историю торговой компании вдоль и поперек. Я даже нашла Марфу Ильиничну Демидову, имя которой вы записали. Так она еще жива до сих пор? Да, милейшая старушка. Напоила мне чаем. Дадите адрес? Обязательно. Но после того, как вы расскажете, как это связано с кораблем. Никак. Она была нянькой моего отца. Я хотел найти ее и задать несколько вопросов. Но у меня не было на это времени. А. Так вы меня использовали. Вас к телефону. Вас к телефону. Боюсь, что сегодня его превосходительство не смогут вас принять. Когда же? Завтра-с? Вы можете изложить свою просьбу письменно, господин полицмейстер.
Благодарю. Думаю, это произошло ночью. Медсестра утром, как обычно, принесла ему завтрак. Мы можем взять на себя все хлопоты, связанные с похоронами. Я хотел бы забрать тело. Аркадий Гаврилович! Аркадий Гаврилович! Нет, 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 я не позволю вам вскрыть череп вашего отца! Вы не понимаете, Фогель, я должен это сделать. Положите инструменты! Фогель, мой отец убил мою мать. Он сжег дом. Я хочу понять, что с ним произошло. Разрезав его! Тогда вы не будете меня ассистировать, я сделаю это сам. Аркадий Гаврилович! Инструменты! Нет! Нет, Аркадий Гаврилович, не надо! Я вас прошу! Я кому сказал? Ваш отец стал чудовищем, но ваша воля оставаться человеком, похоронить его достойно, Аркадий Гаврилович. Напомните мне, чтобы я пересмотрел ваше жалование. Отец бредил морем. Мы очень часто гуляли мимо этого дома. Внизу была торговая компания. И в окне конторы стоял парусник. Ваш отец мог часами смотреть на него. Почему же он не стал моряком? Его отец, ваш дед, настоял, чтобы он продолжил его аптекарское дело. Уже после смерти вашего деда он записался на торговое судно. Но в этот день его молодая жена сказала, что она беременна. Вами, господин Воскресенский. Таким образом, Одиссей не уехал, возненавидел свою Пенелопу и хотел освободить сына от такой судьбы. К тому времени его разум уже повредился, но идея осталась. Он поджег дом со своей женой и аптекой. Его помешательству не откажешь в логике. Примите мои соболезнования, профессор. Прошу прощения, что не смог присутствовать на похоронах. Не о чем сожалеть. Скучнейшее зрелище. Слыхали новость? Полицмейстер подал в отставку. Так это отлично. А еще хотите? Мне предложили восстановиться в должности. Поздравляю вас, Григорий Андреевич. Однако что-то вы не рады. Да нет, что вы. Но все-таки меня кое-что смущает. Прошу прощения. Похоже, болезнь отступила, и вам повезло. Дело не в везении. А что это такое? Это травы или толченые змеи, я предпочел не уточнять. Позвольте, вот это дал мне один местный шаман, когда я заболел чумой первый раз. Это было еще в Индонезии. Так вы заболели повторно. В таком случае все эти толченые змеи здесь ни при чем. Ваш организм распознал эту болезнь, пусть и в более агрессивной форме, и уже знал, как с ней бороться. Я тут подумал, тот платок со следами крови, как он оказался в вашей комнате? Его принес Николай. Вряд ли, вы же все время были вместе с ним. Ну, значит, полиция. У полицмейстера, конечно, грубые методы, но все же он профессионал. Был еще кое-кто до того, как вас нашел Николай. Вы же тогда сказали,
что почувствовали ее присутствие. Мне показалось. Этот платок принесла вам Лилия. Она ненавидела своего свекра не меньше, чем вы. Я не думал о ней как об убийце. Если бы она хотела отомстить, то вряд ли стала бы ожидать 2 года. Я просто неправильно понял мотив. Она убила не из любви к вам. Нам всем приходится выбирать и чем-то жертвовать. Или кем-то. Она вас использовала, подставив и приведя к вам полицию. Именно поэтому они вас нашли так быстро. И Лилии здесь не было. Иван, накажут невиновного. 12 человек погибли, невиновен. Вы сами поняли, что это она убила Каменскую, поэтому взяли вину на себя. Вы когда-нибудь любили? Теперь извините меня, мне пора. Опоздал, уже все остыло. Я не голоден. Что за мама говорит в холле? Я подыскиваю кормилицу Сережи. У меня теперь будет много дел. Да. Где матушка? Молится. Надо бы позвать гостей. Хочу, чтобы было весело. Хочу, чтобы был праздник! А! Улыбнись. Ну, иди сюда. Ну, давай. Давай. Выпьем с тобой. За нового хозяина дома. Ничего. Они будут молчать. А если не будет, я всех уволю. Андрей, вы не одни. Прекрати. Воля твоего отца еще не оглашена. Старик был не настолько набожен, чтобы оставить нас всех без копейки. И спровадить денежки в монастырь. Я говорила с нотариусом. Вот как? Ну. В случае недееспособности Николя... Так. Дом переходит нашему сыну, а я назначаюсь его опекуншей. Это воля твоего отца. Он знал, что ты непременно превратишь этот дом в вертеп. Я же не дам этому произойти. И мы будем жить согласно установленным правилам. Ты же ненавидишь все эти правила. Мой сын Каменский. И я сделаю все, чтобы вернуть уважение этому дому. Так что выпей, Андрюша, за новую хозяйку этого дома. И это будет твой последний бокал. Да, и завтрак ровно в 6. Кто опоздал, тот остается голодным до обеда. Господин профессор, железнодорожники задержали весь состав по моей просьбе. Как всегда, никто ничего не трогал. Поезд следовал из Москвы в Петербург. Последняя остановка была 6 часов назад. Проводник его обнаружил, сказал, что пассажир сел в бурге. Просил разбудить его перед подходом поезда к столице. В купе ехал один, никто к нему не входил. Признаков насильственной смерти нет. Поэтому я пригласил вас, чтобы вы подтвердили, что пассажир умер естественной смертью. Пена в гортани, точечные кровоизлияния
слизистый век, а также в белочной оболочке глазных яблок. Кожа с синюшными оттенками, гипостатические кровоизлияния в кожный покров на местах трупных пятен. Интересно. Вы уже знаете, кто он? Нет. При нем не было личных вещей, только вот это вот. И документов не обнаружили. Ну что скажете, Аркадий Гаврилович? Иван Дмитриевич. Ну, судя по цвету кожи и лопнувшими сосудами глазных яблок, говорит, что это асфиксия. Но пена... Смелее, смелее, мой друг. Я бы сказал бы, что он утонул. Утонул в поезде. Как такое может быть, Аркадий Гаврилович? Два фута за ночь. 8 футов за 2 дня. Она прибывает быстрее, чем я думал. Так, кто тут у нас? Это Краснов из поезда. Ну что, жизнь снова кипит, да? А я всегда считал, что человек создан для своего места. Это место мое. Так. Правый отдел сердца увеличен. В левом рыхлые кровяные свертки. Легкие имеют очаги ателектаза со скоплением жидкости в альвеолах. Я думаю, что мы имеем дело с так называемым сухим утоплением. Человек тонет, его откачивают, поэтому ребро сломано. Сломано ребро? Вода осталась в легких. Впоследствии этого он и задохнулся. Ну что, искупался ночью в бурге? Не слишком ли холодно нынче для купания, а, Аркадий Гаврилович? Господин полицмейстер, у нас мертвый мальчик. Городовой Панченко, а также пасечник и Титов возвращались в участок. Было темно. Говорят, ничего не заметили. И услышали крики, остановились. Полицейский экипаж протащил мальчика несколько улиц. Что, были пьяные, что ли? Божаться, что нет. На площади было много народу. Десятки свидетелей. И теперь люди на улице. И теперь они требуют, чтобы мы им выдали наших людей. А ну давай сюда этих шельмецов, я их сейчас разрублю самостоятельно на куски и выкину по частям толпе. Живо! Григорий Андреевич, погодите минуту. Так. Действительно, мальчика долго тащили, все тело в ссадинах и ушибах. Однако ушибы и ссадины он получил уже посмертно. Кровь успела свернуться. Он был мертв как минимум часа за 3 до того, как его волокли по городу. Так вы что, не экипаж убил? Нет. Вот, пожалуйста. Лезвие попало в самое сердце. Такого удара вполне хватит. Фух. Жалко, конечно. Но, по крайней мере, его не полицейские убили. Так, живо беги к газетчикам и сообщи, что профессор Воскресенский лично осматривал. Или нет? Я сам. Ваше превосходительство. Телеграмма из Государственного совета. Вы просили доложить немедленно. Они вынесли мою кандидатуру на обсуждение в следующий четверг. Только мою.
странно. Я проверил воду в легких. Ничего интересного, кроме повышенного содержания железа. И очень странные частички. Шпионите. Господин полицмейстер обратился в нашу газету. И мне поручили написать материал. Скажите, если это не полицейские убили мальчика, то кто? Скорее всего, уличная ссора. Полицейские разгоняли толпу, труп зацепился за экипаж. То есть никакой загадки? Увы. Если тело для нас большая загадка, то какой загадкой должна быть Вселенная? Хорошо. Я сама найду, где и почему погиб этот ребенок. Мария! Я не нуждаюсь в вашей помощи, профессор. Господин профессор, это дама на опознание. Это ваш муж? Он был инженером. Выполнял заказы морского ведомства. А зачем он ездил в Москву? Там живет его сестра. Он ее навещал. Спасибо вам. Скажите, а что ваш муж делал ночью в Бурге? В Бурге? Я не знаю. Поезд мог задержаться в пути, либо ваш муж мог остаться ночевать у сестры. Однако вы решили, что что-то произошло, и обратились в полицию. Почему? Он не приехал в назначенный час, а потом его кто-то преследовал. Я сама никогда не видела этого человека, но он так говорил. Он его смертельно боялся. А чего мог хотеть этот человек? Я не знаю. Я даже сомневалась, что он вообще существует. Но... Господин этот приехал накануне. Сошел с поезда и пешком отправился в сторону деревни. Возможно, он заходил кому-нибудь? Так я все дома обошел, если бы кто что увидел, сказал бы. А откуда жители берут воду? Так это, ключ у леса. Кто-нибудь жаловался, что у воды есть металлический привкус, такой будто с кровью? Жаловались. Это когда водонапорную башню построили, потом комиссия была. Сказали, воду эту пить нельзя. Ну, мы снова из ключа берем. Башня цела? А что останется-то? Ведите нас к ней. К башне? Ночью? У нас есть фонарь. Куда идти? Братья, которые, ну, башню построили, не поделили невесту. И один толкнул другого в колодец. А тот схватился за брата и потянул его за собой. И вода обогрелась кровью. Оттуда и привкус такой. Местные это место стороной обходят. Считают, что оно проклято. Им просто не повезло. Они нашли источник с большим содержанием железа. Что это за место? Что делали тут? Следы еще свежие. Очки инженера. Опять эти странные частицы. Тут его и топили.
А зачем? Как зачем? Значит, была необходимость. Наверное, пытали. Пытали и отпустили. Ну, значит, стороны достигли договоренности. Стойте! Добро пожаловать на шабаш. Ящиков было больше. Гораздо больше. Что они задумали? Чертежи. Ну, конечно. В начале прошлого века инженер Базен разработал и построил обводный канал. Считается, что именно благодаря ему Петербург пережил наводнение 1903 года. Краснов занимался разработкой укреплений. Он знал все о наводнениях. А теперь представьте. Вода приходит, обводный канал разрушается. Они что, хотят затопить Петербург? Стихия, если ей помочь, разрушит гораздо больше, чем любые маленькие точечные акты бомбистов. Господин полицмейстер. Что еще? Тут жена инженера. Мы с ней уже виделись. Это другая. Ирина Краснова. Еще немного и закипит. Надо воду подлить. Миш, сходи за водой. Привет. Шуля! Бежим! Привет. Не бойся мне, хорошо? Послушай, ты знал Никиту? Мальчика, который погиб ночью. Осторожно! Помогите, пожалуйста! У нас с мужем дом в Москве. С тех пор, как он начал работать на морскую комиссию, он часто стал уезжать в столицу. Я предлагала переехать, он не хотел. У него в Москве отец с матерью, он заботился о них. Скажите, вы не замечали ничего странного в последнее время? Нет. Что? Может быть, он жаловался, что его кто-то преследует? Нет. Нет, боже, нет. Не было ли подозрительных знакомств или угроз? Нет, ничего такого не было. Вот это, что такое? Его работа. Борис не считал нужным меня в нее посвящать. Я проверил ее бумаги. Все законно. Тогда кто же такая Елена, первая жена? Дама, которая приходила вчера на опознание, оставила свой адрес? Нет. Похоже, первое дело в должности окажется моим последним. Если позволите, я посмотрел чертеж на свет, его копировали. В некоторых точках есть метки. Я полагаю, это уязвимые места, которые бомбисты могут использовать. Займитесь бомбистами, мой друг, а я найду вам Елену. Фогель, ждите меня дома. Вы куда? Отлучусь ненадолго. Господин профессор, прошу проследовать за мной. К вашим услугам.
ваше превосходительство. Итак, я выполнил вашу просьбу. Господин Чудаков вновь назначен полицмейстером. Жду ответных действий. Прочтите. Это уже 7-е письмо, и все они примерно одного содержания. Вам угрожают? Речь идет о вашей матери, и автор намекает на ее некий грех. Моя мать умерла, когда мне было 8 лет. Отец был намного старше ее. Он был государственный человек, меценат. Всегда помогал нуждающимся, открывал приюты для бездомных, дома презрения для инвалидов. Весьма почетное занятие. Он умер спустя 2 года после смерти супруги. 12 лет назад я переезжал в новый дом. И когда перебирал вещи, наткнулся вот на это, в письмах моей матери. Это письмо она написала за 2 дня до своей смерти. Мой сын, я совершила много плохого, особенно по отношению к тебе. Я не могу просить прощения. Читайте. Вслух? Да. Я сама отказалась от этого права, поступив так с тобой, но я хочу, чтобы ты знал, что я люблю тебя. Я виновата перед князем. В сущности, он никогда не причинял мне зла. Тем хуже в этом свете то, что я и твой отец, настоящий отец, сделали твоя любящая мать. Выходит, князь вам не отец. Да. Через неделю меня назначат министром внутренних дел. И если это всплывет... Тогда вас не назначат министром внутренних дел, и вашей карьере наступит конец. Не только карьере. Моей семье, всей моей жизни. Чего вы хотите? Найдите этого мерзавца. У меня мало времени. А как умерла ваша мать? Незадолго до смерти я ее видел. Она кричала, была вся в крови, болел живот. Это было страшно. Могу ли я поговорить с ее доктором? Это было 30 лет назад, он умер. Хотя у его вдовы могли остаться записи. Прекрасно. Как мне их получить? Это так важно. Хочу проверить одну догадку. У моего секретаря есть ее адрес. Вокруг таких особ, как ваш отец, наверняка ходило много слухов. И ее связь не могла остаться незамеченной. Может быть, кто-то близкий мог об этом догадываться? У отца было немного друзей. Я мало кого помню. Был один компаньон, с которым они вместе начинали лесное дело. Заготовка древесины в Псковской волости. Псковская волость. После его смерти артель продали. И сейчас, кажется, она процветает. Прошу прощения за внезапный визит. Профессор. Уезжаете? Наводнение. Я не люблю воду. К тому же дела. Куда направляетесь? В Париж. Не желаете поехать тоже? Париж – красивый город с современными взглядами. Мари стала излишне рисковать. Думаю, что это плохо кончится. Вы хотите, чтобы я увез ее из Петербурга? Я настаиваю. Со мной она не поедет. Не уверен, что поедет со мной. Бросьте, профессор. Она вас любит. Чем обязан? Вам принадлежит артель по переработке леса в Псковской волости. Вы выкупили ее у князя Румянцева. Не того, что фигляринжит в министерстве, а у его отца. Нет. С тех пор она несколько раз перепродавалась. Я выкупил ее у купцов Рогачевых, что держит лавки в гостином дворе. Значит, вы ничего не знаете про компаньона князя? Я покупаю дело, профессор, а не его историю. Счастливого путешествия. Благодарю.
ты сказал, тебя зовут? Семеном. Семен, значит. А маму и папу ты знал, Семен? Мать умерла, а батя проиграл меня в карты. Скажи, Семен, а ты знаешь, что случилось с Никитой? Его поставили просить милостыню. А где поставили? При Теченского моста. То есть человек, который ставит вас просить милостыню, да? Да. И вы за это ему даете деньги? Да. А как зовут этого человека? Яков. Скажи, а можешь отвезти меня к нему? Курьер передал вам бумаги, они лежат на столе. Благодарю. Это важно. Господин полицмейстер дважды звонил. Они начали обыски домов на обводном канале. Спрашивал про Елену. Мы даже еще не начинали. Считайте, что мы ее уже нашли. Кстати, частица, которую вы видели в воде, от сигары. Тот, кто пытал инженера, курил. Как мы найдем Елену? Когда она расплакалась, она прижалась. Помните? У нее очень тонкие духи. Только не говорите мне, что вы собираетесь отыскать ее по запаху. Я заметил ярлычок на ее блузке. Это мастерская папашевого платья. Я зашел туда. Портной вспомнил эту женщину и назвал мне ее адрес. Вуаля! Так это же... Да, она живет на обводном канале. Погодите, а что если здесь? Динамит? Успокойтесь, Фоги. Вряд ли в этой квартире держат взрывчатку. Аркадий Гаврилович! Что вы тут делаете? Ищем вас, конечно же. Давайте начнем сначала. Кто вы? И откуда вы знаете инженера Краснова? Я его жена. Перед людьми нет, но перед Богом. Передайте, пожалуйста, пистолет. Вы ведь все равно не будете стрелять. А почему вы пришли в полицию? Он не приехал. Я подумала, что нужно рассказать о преследователе. О том, что Борису грозит опасность. И вот вы узнали, что я его любовница. Ясно. А теперь давайте правду. Вы скопировали карту и передали ее бомбистам. Им этого оказалось недостаточно, они заманили Краснова и начали его пытать, чтобы узнать про слабые места обводного канала, так? Он указал точное место, затем Краснов умер в поезде. Для вас это стало неожиданностью. Под видом его жены вы пришли в полицию, чтобы выяснить, что стало известно о планах бомбистов. После сообщили своим подельникам, что им ничего не угрожает. Кто эти люди? И кто ими управляет? Я не знаю. Он сказал, мне нужно стать любовницей Краснова и сделать то, что я сделала. Больше мне неизвестно ничего. Быстрее! Убегите! Там черный ход! Она убежала! Неужели? Дверь захлопнула. Ладно, Фоги. Думаю, она рассказала все, что знала. Если бы знала больше, давно бы уже исчезла из города. Тут бумаги, они выпали из вашего саквояжа. Что это? Запись об одной пациентке. Запущенный эндометрит с осложнением брюшной полости.
Перитонит, кровотечение, лихорадка, наслаждение при родах. Эта пациентка умерла уже более 40 лет назад. Да, но зачем вам это? Это дамы, предстоящий теракт, звенья одной цепи. Фогель, как вы считаете, если в знатных семьях ребенок рождается, скажем, не от отца семейства, куда его тянут? В приют, до императрицы Марии. Так, тайный советник является его попечителем. Тайный советник? Быстрее, Фогель, надо спешить. Смотритель сейчас спит. Ничего, мы его разбудим. Вы точно из полиции? Да. Фогель. Господи. Нас кто-то опередил. Профессор, он умер. Фогель, вызывайте околоточного. Не могли бы вы открыть окошко? 63-й. Они сжигали все документы 74-го года. Фогель! Фогель! Этого утопить? Но... Аркадий Гаврилович! Что вы делаете? Ну, а мы пока побеседуем. Аркадий Гаврилович, помогите! Итак, профессор, что вы делали в приюте? Я практикующий врач. Пожалуйста, что вы делаете? Нам поступил вызов. Вероятно, у кого-то в приюте был мой адрес. Помогите, Аркадий Гаврилович! Я умоляю вас, не надо, зачем? Если вы не хотели, чтобы кто-то приезжал в приют, не стоило оставлять тело. Помогите! Вас видели в полицейском участке. Что вы искали в приюте? Вероятно, ваше прошлое. Мать тайного советника Румянцева умерла после родов от осложнений. Она могла бы спастись, обратись она за помощью раньше, но ребенок был незаконно рожденным, и поэтому все пытались скрыть до последнего. Вас отняли у матери, и спустя время у вас созрел план мести. Письмо, которое мать адресовала вам, вы подкинули Румянцеву. Румянцев поверил, что этот ребенок он, и сейчас появилась возможность все изменить. Вы стали посылать ему угрозы. Вы даже готовы уничтожить город ради справедливости, оно и понятно. Вы никогда не знали материнской ласки и, думаю, ненавидели всю жизнь того, кому все это досталось. Возможно, это были не вы. Пожалуйста, я умоляю.
Что вы делаете? Помогите, отпустите! Потап, он приехал! Сядь сюда! Быстрее! Садитесь в закрытую карету и поезжайте. Фогель, как вы там? Нам надо выбираться отсюда. Пистолет, он все время был у вас? Почему же вы им не воспользовались? Я хотел просто узнать, с кем мы имеем дело. Да меня чуть не убили! Не волнуйтесь. Если бы это произошло, я тут же бы застрелился. Как же? Нужны вы мне там. Вы двое оставайтесь здесь. А с этими что делать? Прикончи. А? У нас изменились планы, мой друг. Фогель. Пистолет. Что там у тебя? Профессор! Фогель! Стреляйте! Петров, что там у тебя? Фогель, уходим! Пытались разжечь огонь? И нам это удалось. Я принесу чистую одежду? И заодно что-нибудь подходящее Ивану Дмитриевичу. Я по поводу мальчика, который погиб. Вы... А что вы делаете? Я... Помогите! Помогите! Ты моя, я за тебя заплатил! Мария. Аркадий Гаврилович. Тише, тише, тише. Где вы были? Я... Аркадий Гаврилович, я нашла то место, где погиб бродяжка у Перетечинского моста на обводном канале. И теперь меня преследует какой-то ненормальный. Только один странно. С вашим-то талантом соваться в чужие дела. Зачем вам вообще понадобился этот мальчик? И что за сенсацию вы хотели найти в этом убийстве? Аркадий Гаврилович. Что, что? Ему было 7 лет. Он был бедный. Он просил милости. И теперь он умер. И об этом никто не знает. А я нашла то место, где в ту ночь ночевал тот бродяга. Вот. Мы можем поехать сейчас. Нет. Этим займется полиция. Я сейчас позвоню Чудакову. Он все равно не спит.
бегает по городу в поисках бомбистов. На улицах волнение. И вам лучше остаться дома. Можно? Успокойтесь. Ну что? Страшно быть сильной женщиной. Простите. Граждане, попрошу всех успокоиться. Господин тайный советник, князь. В городе беспорядки. Слухи о бомбистах достигли улиц. Медлить более нельзя. В здании полиции газетчики. Объявите, что я выйду к ним через час. Слушаюсь. Не знаю, что думать. Я был на площади. Тайный советник, возможно, сбежал. Не думаю. Он сидит в замке. Отвезите это письмо полицмейстеру. Это очень важно. А вы куда? К князю. Для таких, как он, оказаться бастардом равносильно самоубийству. Поспешите, мой друг! Да! Господин тайный советник! Князь! Это профессор! Князь! Я кое-что узнал! Это письмо ваша мать писала не вам! Был еще один сын! Я не знаю пока кто он, но я уверен, что он скоро проявится! Князь! Вы? Вы были так близки к разгадке, что я уже начал побаиваться. Как бы вы мне не помешали. Проходите. Где князь? Сбежал? Что еще мог сделать этот слизняк? Я рос в приюте для таких, как я. Отверженных. Никому не нужных. Моя жизнь ничего не стоила, пока в 15 лет я не узнал от смотрителя, кем была моя мать. Она сожалела. Сожалела. Если бы она знала, через что мне пришлось пройти. Значит, князь, но он выполнил ваши условия. Назначения не будет, и взрыв отменяется. Вы думаете, дело в этом ничтожестве? А разве нет? Взгляните на этот город, профессор. Какое совершенство улиц, какая красота фасадов. Все, чтобы утвердить величие живущих здесь. Но эти фасады лживы. За ними скрывается трусость, подлость, предательство. Сколько раз обивая пороги и получая отказы, я слышал, кто будет иметь дело с выскочкой из низов? В отчаянии я смотрел на реку. И думал покончить с этим в одно мгновение. Но потом я понял, дело не во мне. Дело в этом городе. И его главном оружии.
равнодушие. Я научился им пользоваться. И мои дела пошли в гору. Вы же уезжаете. Уезжаю. Но не прощаю. Брат сбежал, бросил этот город. Я же его уничтожу. Так вы романтик. Хотите меня остановить? Инженер тоже хотел, но влюбился в мою помощницу. План сработал. Но я предоставил ему выбор. Спасение города или той, которую любит. Он выбрал любовь. Предсказуемо. Мне гораздо интереснее, что выберете вы. Где Мария? Ближе, чем вы думаете. Сейф герметичен, так что воздуха там осталось немного. Вам следует поспешить с выбором. Откройте немедленно! Я не знаю кода. Мария! Вы слышите меня? Да, Аркадий Гаврилович. Она же была вам как сестра! Сестра? Мне нужен был свой человек в газете, чтобы время от времени публиковать нужную для меня информацию. Но Мария решила, что она журналистка. И стала лезть куда не следует, и задавать слишком много вопросов. Я убью тебя! Не двигайтесь. Я предлагал вам взять Марию и уехать. Но вы всегда поступаете по-своему. Игра окончена, профессор. У вас есть 2 часа, чтобы убраться из города. Затем стихия уничтожит его. Думаю, будет грандиозно. Стой! Уезжайте, профессор. Мария! Как давно вы там? Кажется, 3 часа. Вы можете назвать размер сейфа? 3 шага вперед и 2 в сторону. Что, черт? Что, все плохо? Вы чувствуете головокружение? Пока нет. А что, должна? Ну все. Это отчаяние. Человек в среднем вдыхает 5-7 литров в минуту. Когда нервничает, может доходить до 10, значит, это 1000 литров в час. Ну, знаете, развлекать тонущего, рассказывая о свойствах воды, достаточно сомнительная идея. Вы там пробыли уже 3 часа. Размер сейфа где-то 5-6 футов. Я вспомнила. На часах было 8 утра. Это невозможно. Вы бы уже давно задохнулись. Ну, извините. Конечно. Стойте. Платов был прав. Фальшивые фасады. Иначе вы бы задохнулись в настоящем сейфе. Аркадий Гаврилович, Платов говорил, что даст сигнал бомбистам с крыши. Если его остановить, то возможно... Вот дьявол. Платов, остановитесь! Еще один шаг, и я буду стрелять в голову! Кажется, представление не задалось. Что ты сделал? Вы ожидали взрыва? Взрыва не будет, Платов. Да, все это время я занимался совсем не тем. Но Мария расследовала смерть мальчика, которого убили ваши наемники. Вы это знали, поэтому хотели, чтобы я увез ее из города. Когда этого не произошло, вы заперли ее в сейфе. Но я его открыл. Мальчика вы убили потому, что он просто оказался случайным свидетелем. В том заброшенном доме, где он грелся, вы заложили взрывчатку. Цель оправдывает средства, да, Платов? Ваши люди задержаны. И полиция обезвредила динамит.
представление отменяется. Что будем делать, Платов? Профессор! Дайте руку! Руку давайте! Ну! Натяните! Мы не нашли тело. Его забрали черти. Серьезно, Аркадий Гаврилович, это, кстати, загадка как раз для вас. Прошу простить меня, милейший Григорий Андреевич, но у меня другие планы. А как же? А вот возьмите на время Фогеля, я вам уступлю. Он толковый малый, если не подпускать его близко к оружию. Ну, что? Какие у вас планы? Поехать с вами в Париж. Говорят, там красиво в это время года. Париж. А я, знаете ли, хотела написать пару статей обо всем этом. Значит, вы мне отказываете. Я так не сказала. Прекрасно. Поезд завтра в 12:40. Хорошо. Тогда я поеду один. Аркадий Гаврилович, я ненавижу эту фразу, но с вами я готова ехать хоть на край света. А вы все-таки романтик, Мария. Господин едет? Еще одну минуту. Поезд отправляется.
вагоны! Простите, но существует расписание.